Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня я буду готовить гриль-ребрышки, и я приготовила для вас два рецепта. И жду от вас комментарии, кому какой больше понравится. Точное описание продуктов вы найдете внизу под видео, а мы начинаем готовить. Сначала ребрышки надо почистить. Снимаю пленку, чтобы мясо лучше промариновалось. Теперь готовлю соус-маринад, режу помидоры и перекладываю в блендер. Добавляю несколько зубчиков чеснока и оливковое масло, подсолнечное тоже подходит. Пару ложек бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу. Добавляю столовую ложку меда и ароматный орегано. Перемалываю в блендере все до однородной массы. Добавляю немного красного вина и начинаю мариновать ребрышки. Ребрышки довольно обильно смазываю маринадом и оставлю их мариноваться минут на 20-30. Пока ребрышки маринуются, оставшийся маринад я переливаю в сковородку и приготовлю из него соус. Буду варить его на медленном огне минут 15-20 до загустения. Пока соус варится, времени не теряем. Нарежу овощи для гриля. У меня это шампиньоны, лук, баклажан и сладкий перец. Овощи порезала довольно крупными кусочками. Добавляю оливковое масло и прованские травы. Соль буду добавлять в уже готовые овощи, чтобы они остались сочными. На раскаленные угли ставлю запекать овощи и, конечно же, ребрышки. Выкладываю на решетку. Где же второй рецепт? Нет, я не забыла. Здесь и сейчас. Сразу же выкладываю сырые ребрышки тоже на решетку. Как только сырые ребрышки немного поджарились с одной стороны, переворачиваю, поливаю красным вином, добавляю соль и перец. Поливать ребрышки вином буду каждый раз, когда переворачиваю, а соль и перец добавляю только один раз с каждой стороны. А маринованные ребрышки просто обжариваем с двух сторон до готовности. Готовые ребрышки выкладываю на лаваш. К соусу выдавливаю чеснок и добавляю мелко нарезанную зелень. К овощам тоже выдавливаю чеснок, добавляю соль и перец.
Посмотрите, какая красота у нас получилась. Гриль-ребрышки в томатном маринаде и ребрышки с красным вином. Всего полчаса, и бесподобное блюдо готово. Друзья, напишите, пожалуйста, какой вариант вам больше понравился. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь нашими видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!